Есть сигнальчик, друзья. Что-то мне кажется, что это наконечник. Вот выкопал вот здесь вот один. Вернее, там был второй. Вот там вот был третий наконечник. И вот четвертый здесь. Будем ходить дальше. Вот этот бугорок привлекает особое внимание. Сейчас туда пойду. Друзья, закопал ямку, перепроверяю, а там еще есть сигнальчик, прикиньте. Аукцион Vivality – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Vivality – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Vivality вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Vivality. Ссылки под видео в описании. Друзья, всем привет! Это новый выпуск канала «В поисках золота Украина». И снова мы на скифах. Снова в этом же лесу, где копались предыдущие разы. Есть первая находочка, сейчас покажу. По традиции передаю привет группе Вайбере Копия. Ребята, вам всем привет! Спилки блогеров Украины, Полисия ЗТ, Тустань, Поділля Захід. Всем, друзья, привет! Перед тем, как продолжить видео, обязательно подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе новых серий. Смотрим находочку, друзья. Вот с этой вот ямки выпал вот такой вот замечательный наконечник. Выкопал я еще тыльник от ножа. Сейчас вам покажу. Выкопал еще вот такую вот какую-то шляпу ихнюю, сопутка, и от ножа тыльничек. Кусочек ножика остался вот в нем еще. Такие вот находочки. Сегодня с нами девушка копает. Это ее второй выход с прибором вообще. Поэтому она только учится. Ладно, друзья. Смотрите, не переключайтесь. Мы пошли дальше искать наконечник. Наконечничек. Я думаю, еще будут какие-то находки. Смотрите. Есть сигнальчик, друзья. Что-то мне кажется, что это наконечник. Я не показываю. Сейчас попробуем как-то это все онлайн выкопать. Смотрите.
Да, друзья, я не ошибся. Наконечник. Сейчас вам ближе покажу. Наконечник, ребята. Семечко. Еще один нак. Класс. Класс. Второй. Нужно ходить. Нужно ходить. И в этих же местах. Сейчас вам покажу. В этих же местах мы все и искали. Самое больше находок было вот там вот. В общем, будем ходить. Погодка просто сказка. Солнышко встало. Тепленько. С утра было где-то минус 3, минус 4. Сейчас потеплело. Хорошо. Так. Сейчас вот этот вот райончик буду вот эти все под этими палками обследовать. Сейчас Андрюхе скажу по рации. Андрюха, прием. Андрюха, где да. Там. У меня еще один наконечник. Есть, поздравляю. Я тоже какой-то то ли медальончик нашел, то ли хрен его знает. Я понял, подойду потом посмотрю у тебя. Так, ходим. Оля. Вот там вот у нас ходит. Оля! Я еще один наконечник нашел. А что у тебя? Нашла что-то, да? Ну, молодец, видишь, что-то нашла. Второй выход у девочки с прибором. Ладно, друзья, идем дальше искать, смотрите. Друзья, смотрите прикол. Сейчас вот здесь вот выкопал наконечник. И вот еще один. Вот еще один. С обломанным кончиком. Наконечничек. Махонький такой. Семечко. Сейчас Андрюхе скажу по рации. Андрюха, прием. У меня еще один наконечник. А вы далеко где-то от меня? Не, недалеко, сейчас тебе крикну. Оу! Я тут рядышком, Андрюха. Андрюха вот там вот где-то ходит. Метров 40 от меня, 50 может быть. Наконечник, в общем, друзья. Что тут говорить? Скифы, скифы. Идем искать. И вот здесь вот, кстати, мы не ходили. Сейчас вот здесь вот это вот все планомерно буду выхаживать под каждым кустиком. Заглядывать под каждый кустик. Идем дальше, друзья, смотрите. Вот здесь вот наконечник был еще один. И вот опять находочка, друзья. Что-то бронзовое и что-то скифское. Не знаю, может, это какой-то подвески, что-то непонятно. Не глубоко лежало, вообще сверху. Интересная штука. Не знаю, что это, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я не знаю, что это такое. Там дятел где-то так долбит по дереву. Жуков достает с коры. О, слышали? Тарабанит прям. Ладно, друзья, иду дальше. Смотрите. Есть находочка, друзья. Где-то я его тут. О, грусть печальная, обломанный нак. Значит, смотри, я вот выкопал, Андрюха, тебе показываю. Вот выкопал вот здесь вот один, вернее, там был второй,
Вот там вот был третий наконечник, и вот четвертый здесь. Вот так вот, видишь, все рядышком. И там еще штучку кругленькую выкопал какую-то. Так что тут вокруг надо ходить. Будут находки. Берем, друзья, идем искать дальше. Есть у нас опять сигнальчик, друзья. VDI показывает 41. 46, 49, 45, 51. Сейчас примастырю где-то камеру, и мы его выкопаем. Да, друзья, наконечник. Ой. Идем. Наконечник. Сейчас вам покажу ближе. Сейчас Андрюхе по рации скажу. Андрюха, наконечник 100%. Кого нашел? Красавчик. Ребят, смотрите. Еще один нак. Вот вам и скифы. Андрюха говорит, какую-то бусинку нашел. Вот, пожалуйста. Надо ходить искать. Берем. Идем искать дальше. Друзья, у нас снова сигнальчик. VDI не показывает, но цветным бьет, нужно обязательно копнуть сейчас камеру куда-то, примастырю и копнем. Сигнальчик поверхностный какой-то оказался. Как бы это не дробь была. Что вполне может быть. Не видать. Скорее всего, дробь, друзья. Да, маленькая дробиночка. Посмотрите, какие бубочки маленькие находит блондинка. Просто крохотусечка. Видите? Ой, потерял. Ну, вот такую вот мелочевку. Будем
Будем ходить дальше. Вот этот бугорок привлекает особое внимание. Сейчас туда пойду. Смотрите. Снова у нас сигнальчик, друзья. VDI не показывает. Сейчас попробуем копнуть. Наконечник, друзья. Наконечничек. О, с дырочкой даже. Сейчас вам продемонстрирую. Смотрите. Что там, фокус есть? Наконечник, друзья. Еще один семечко. Отверстие для яду. Класс. Класс. Андрюха где-то туда пошел за елки. Какую-то штуку выкопал, говорит, интересно, надо будет глянуть у него. А у меня, друзья, наконечник. Приятно их находить. Вот такой даже какой-то с зазубринами. Прикиньте. Интересный какой. Зазубринки, видите, на нем? Есть. Очень интересно. Вот так вот видно. Да. Берем, в общем. Берем, идем искать дальше. Смотрите. Друзья, мы пообедали. Я забрался вот в такие вот елки. Ну, не знаю, метров, наверное, 20 от машины. Сейчас покажу, если получится. Вон наши, в общем, там, не знаю, видно вам, не видно. Наши машины стоят. Вот только зашел в елки. Был у меня сигнальчик и есть находочка. Сейчас я вам покажу. Так, друзья, находочка. Вот он. Вот он. Вот он. Наконечничек очередной мне вывалился. Прикольно. Сейчас буду тут ходить в этих елках. Я в прошлый раз тут на выходе нашел наконечник с елок. И вот еще один, пожалуйста. Так что... Есть еще здесь наки, есть. Берем, идем дальше искать, друзья, смотрите. Друзья, закопал ямку, перепроверяю, а там еще есть сигнальчик, прикиньте. Сейчас попробую как-то, если получится, онлайн. Не очень удобно, конечно же. Но... попробую. Где-то в ямке лежит. Сейчас поищем. Где-то в стенке вот здесь вот. Попробую руками его найти.
Может, железяка какая-то. О, смотрите, вот это прикол. Еще один наг. Ой, какой хорошенький. Два наконечника с одной ямки, прикиньте. Такое бывает. Классненький. Вот это класс. Сейчас пин выключу. Сейчас, друзья, я вам его на солнышке покажу. Смотрите, какой красунчик, как сказала бы Инна Васильевна Абрам. Красун. Вот так вот. Два нака с одной ямки. Это просто прикол. И все возле машины. Вот машины стоят. Прикиньте, ладно, друзья. Погодка шепчет, а мы копаем. Смотрите, не переключайтесь, я пошел дальше искать. Есть, друзья, сигнальчики, что-то мне подсказывает, что это наконечник. Сейчас, опа, это чуть мешает, извините. Идя не показывает. Сейчас будем выкапывать. Сейчас камеру куда-то примастырю и выкопаем. Кусочек бронзы, друзья. Кусочек вот такой вот ихней бронзы. Что это было, не знаю, но это точно что-то ихнее. Ладно, идем дальше искать, смотрите. Перебрался я, друзья, в другую посадочку. Я ходил вот там вот где-то метров 50 за мной идет дорога. Я с той стороны ходил, перешел через дорогу, пошел в эту сторону. Сейчас Андрюха выходил на связь по рации. Он пошел в разведку где-то на километр от этого места. Пошел проверить бугры. Нашел монету. Я потом подойду, мы посмотрим. И у меня есть находочка. Сейчас увидите. Находочка, друзья. Ходовая для этих мест. Очередной скифский наконечник. Красивенький, хорошенький. Раскиданные они, конечно, здесь на очень большой площади. Какой классный. Вот это как раз из той серии, где наконечником можно побриться. Острый очень. Отточенные такие грани, четкие вообще. Находка, в общем, друзья. Идем дальше искать. Смотрите. Уже, друзья, вечереет. Но солнышко еще высоко. Еще, я думаю, мы часик, может, полтора походим. Да будем ехать домой. Есть у меня находочка, сейчас вам покажу. Находочка, друзья. Очередной наконечничек скифский. Хорошенькие они такие, красунчики. Хожу вот в таких вот елках. Вот там вот дальше низина идет, а я чуть-чуть на бугре. И бугор поднимается и идет туда вот наверх. И я по
склону бугра хожу. И вот вам, пожалуйста, наконечник. Так что, друзья, надо еще ходить искать. Есть еще здесь много наконечников. Я отсюда общей сложностью вынес, наверное, 40 наконечников. Может, чуть-чуть больше, может, чуть-чуть меньше. Находка вот такая, в общем. Берем, идем искать дальше. Сейчас буду крутиться в этих елочках. Искать под ними. Смотрите. Хожу, друзья, все в той же молодой сосновой посадочке. И есть у меня находочка. Вообще не глубоко лежал. Такой был четкий, классный сигнал. Наконечник выпал. Наконечник. И очень даже ничего, я вам скажу. Очень даже ничего. Хорошенький. Хорошенький. Солнышко уже садится ниже и ниже. И похоже, нам еще осталось недолго походить, потому что стемнеет, надо ехать домой. Ладно, еще сейчас пройдусь вот здесь вот, потому что вот тут вот на краю дороги была найдена ржавешная заколка, или что там было, заколка вроде ржавешная. Ладно, друзья, не буду долго разглагольствовать, идем искать дальше. Вот такой вот наконечник выпал. Все, идем дальше искать, друзья. Хожу, друзья, все там же, все тех же елках, соснах. Есть у меня находочка интересная, хочу вам показать. Смотрите, какой кругляшок вывалился с римской цифрой 10. Прикол. Вообще первый раз такое нахожу. Что-то такое, даже не знаю, но не монета точно. Какая-то крышечка от чего-то. Интересно, интересно. Что бы это значило? Вот такая вот, друзья, в общем, находка. Но это не серебро. Может, что-то посеребряное было. Интересно. Ладно. Буду уже потихоньку продвигаться к машине. Машина наша где-то там метров 500-600, наверное, от меня. Далеко я зашел. Буду двигаться. Хожу вот в таких вот дебрях. Смотрите. Пройти нереально, не то что катушкой помахать. Но благо блондиночка выгребает. Выгребает всякие наконечнички. Ладно, друзья, забираем эту десяточку. Идем дальше искать. Смотрите. Друзья, иду к машине. Метров 50 мне осталось до автомобиля. И все, никак не могу дойти. Меня тормозят находочки. Есть еще один наконечник. Сейчас вам покажу. Смотрите, какая красота. Тут дело в том, что любой сигнал надо копать. Офигенный наг. Один, конечно, зубец отломан. Но это не я его отломал. Он такой был. Красота. Красивый, большой. Наверное, самый большой наконечник, который я сегодня нашел. Все остальные были поменьше. Красунчик. Берем. Берем, идем. Идем к машине уже. Вот дорога. Вот дорога. Мне осталось там до нее метров 20. И по этой дороге сейчас поднимусь вверх и попаду к машине. Ну что, друзья, вышел я на дорогу. Мне сейчас подняться вот на вот эту горочку, которая за моей спиной. Метров 50, и я буду возле машины. Заканчиваем мы нашу сегодняшнюю экспедицию. Пятый раз мы выехали на это место. И хочется подвести итоги. В целом,
и я сегодня откопался неплохо. Столько наконечников понаходил. И все в одном и том же месте. В общей сложности я с этого места вынес, наверное, ну, наконечников 40, может, чуть-чуть больше. Место интересное, место хорошее, раскидано, конечно, оно очень сильно по лесу, но основная концентрация понятно где. На холмах, на при холмах, в общем. Ну, ходки есть, и это хорошо. Сюда мы еще обязательно приедем. Я даже более чем уверен, что мы не все еще здесь выкопали, еще есть здесь что копать. Конечно, хотелось бы каких-то наносников, еще каких-то интересных вещей, но, к сожалению, сегодня ничего такого нет. Что ты нашел, Андрюха? Покажешь находки свои? Иду к Андрюхе. Сейчас глянем, что он нашел. И я вам покажу свои. Что нашел? Сейчас. Андрюхины находки, друзья. Смотрите, какой наконечник выкопал черный. Наверное, с копья, Андрюха, я думаю. Я тоже думаю, с маленького какого-то охотничьего. Такой. Да. Жалко, что не целый, конечно. Прикольный. Прикольный, держи. Пуль еще накопал, да? А, и монетка есть. Две копеечки. Не видно ничего. А, вот видно. Прикольно. Находки, мои друзья, сегодняшние. Нашел я 12 наконечников. Ну и вот сапуточки накопал какой-то. Хорошие такие наконечнички. Есть много семочки, есть вот такие вот интересные. Вот такой еще. В общем, копом я доволен. Вот такие вот находочки, друзья. Что хочется сказать всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции. Еще увидимся. Всем удачи. Всем пока.